Накануне дня акушера-гинеколога, который в России отмечается 15 июля, Видновский перинатальный центр посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Гостя встретили главный врач Тамара Белоусова и заместитель главы администрации Татьяна Квасникова. Для народного избранника провели небольшую экскурсию по перинатальному центру, рассказали о деятельности организации и передовых медицинских технологиях. Чтобы женщина стала мамой при любых обстоятельствах. Вот и наша задача, которые стоят не только руководство выше, и дальше помогать учреждениям родоспоможения второго и первого уровня. Владимир Жук осмотрел дневной стационар, операционные, отделение патологии новорожденных, реанимацию и родильные залы. Либо на ванной, в воде у нас роды практикуются широко. Раз, разбирается, поднимается, вот это снимается, и она вертикально рожает. В общем, всякие штучки при бомбасе, но также слежение за ребеночком, реанимация для ребеночка, если надо, взвешивание. Затем народный избранник пообщался с медиками и спросил, всего ли хватает им для эффективной работы. Единственная проблема у центра – нехватка площадей. Городской округ растет, и, конечно, нам надо увеличивать и штатное расписание, и количество площадей для перинатального центра. Здесь есть свой земельный участок, есть уже проект, поэтому следующая наша задача – это то, чтобы перинатальный центр Видного попал в государственную программу по строительству таких центров. Вот этим мы как раз и сейчас и будем заниматься. Также Владимир Жук поздравил медиков с грядущим праздником и вручил благодарственные письма за выдающиеся заслуги в профессиональной деятельности четырем врачам Винского перинатального центра. Среди них акушер-гинеколог дневного стационара женской консультации Татьяна Жукова. Уже 30 лет она помогает беременным женщинам, а также тем, кто только мечтает стать мамой. Также занимается гинекологической патологией и проводит операции. С детства она мечтала приносить пользу и лечить людей. Здесь возможно и оперативная деятельность, и теоретические знания применить с пациентом. То есть мне важно было работать руками. Что как бы плюс ко всему акушерство и гинекология такая благодатная специальность, потому что ну, дает новую жизнь, помогает родить женщинам детей. Это всегда очень приятно. Среди награжденных и заведующий отделением патологии беременности Видновского перинатального центра Илья Скуликов. 15 июля он будет отмечать не только свой профессиональный праздник, но и собственный день рождения. Вот как бывает, когда сама судьба определяет предназначение. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ.